Спокойный сезон. Обеспечить безопасность казахстанских туристов обещают власти турецкой Анталии. В разгар курортного сезона администрация города встретилась с консулами Казахстана и России. Именно с этих регионов отмечается наибольший наплыв отдыхающих. Для обсуждения вопросов безопасности туристов генеральные консулы Казахстана и России встретились с губернатором и главой местной полиции Анталии. Участники также договорились о сотрудничестве в кризисных ситуациях. Бауржан Абдрахманов заявил, что после окончания месяца Рамазан и до ноября в одни только курортные зоны Анталии ожидается приезд около 500 000 казахстанских туристов. Переговорили, что в этом году наплыв будет очень большой наших туристов. Мы ожидаем более 450 тысяч туристов из Казахстана. В этом году мы все работаем над тем, чтобы безопасность была в этом регионе.